Велосипед – это в первую очередь транспортное средство, и каждый, кто сел за руль, должен знать и соблюдать все пункты правил дорожного движения. А это значит, что прежде чем отправиться в путь, необходимо убедиться в том, что велосипед исправен. Затем выбрать безопасный маршрут. Велосипедисты могут передвигаться по тротуарам, велодорожкам, если таковые в городе имеются, а с 14 лет и по проезжей части дорог. Маленькие дети в городе могут ездить на велосипеде только в сопровождении взрослого. Хотелось бы обратиться к родителям, более внимательно относиться к своим детям, не оставлять без присмотра, также малолетних детей не отпускать одних на велосипедах. В правилах также говорится, что пешеходный переход водитель велосипеда обязан преодолевать пешком, перевозя своего двухколесного коня вручную. А садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Любое нарушение правил дорожного движения велосипедистом наказывается штрафом в размере 800 рублей. А если он создаст еще и помехи для движения других транспортных средств, то штраф будет уже 1000 рублей.